Мадонна Делла Лоджия впервые ездит в Россию. Шедевр выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли из галереи Уффици с 8 сентября по 6 выставит в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. Жителям Приморья редчайшая возможность выпала благодаря Восточному экономическому форуму, в рамках которого уже 4 и 5 сентября картину выставят в павильоне Сбербанка в Дальневосточном университете. Дело в том, что Италия впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме с довольно представительной делегацией чиновников и бизнесменов. И мы считаем, что это вполне внятный знак растущего интереса наших компаний к региону, который предлагает интересные и существенные возможности иностранным инвесторам. Поэтому мы и придумать не могли лучшей возможности для того, чтобы представить и показать все великолепие этого ренессансного шедевра на территории, которая до сегодняшнего дня ни разу не видела выставок итальянского искусства, организованных при участии нашего посольства. «Мадонна Делла Лоджия» – одна из ранних работ Боттичелли. Стоя перед арками лоджии, которая дала название картине, Мадонна прижимает к себе младенца, тот касается ее щеки. С Дальнего Востока работа Боттичелли поедет на север, в Эрмитаж, где ее можно будет увидеть 16 ноября на протяжении 3 месяцев. Так что вместо Флоренции можно смело отправляться в Санкт-Петербург.